движение фанатов, люди поддерживают, это очень приятно. Мы ждем победу. Ты из Ливерпуля сказал? Да. Ты ехал в Варшаву? Да. Расскажи просто, что ехал в Варшаву. Ну, я собирался ехать в Варшаву, мне закрыли визу из-за предыдущей поездки. Ну и как бы здесь живу, решил остановиться, я смотреть. Тут футбол уже, как оно будет? Що буде вночі сьогодні, цілу ніч, якби, не зважаючи на результат? Буде праздник. В нашій країні потрібно шукати повод для праздника. І сьогодні праздник. Дніпро його подарить нам. Я вірю в це. Дивись, я тебе прошу, не враховуючи на результат, бо в ефір воно вийде тоді. Це вже да, праздник. Розкажи про це, що ми вперше, якби, в фіналі, ну не вперше, але... В будь-якому випадку, Дніпропетровськ вже вийшов в фінал. Це праздник для нової України. Як воно буде, що воно буде? Стоп, это после финала. Да, да? Это уже будет после финала. Неважно, какой результат. Мы в финале, мы прошли, мы показали, что мы едины. Вся Украина здесь.